Сразу давайте покажу вам место стоянки сгоревшей машины, место пожарища и результат пожара. Апреля 15:15. Кто-то поджег шины, которые складывали осенью около забора. 112 я позвонил. Сейчас должны подъехать. Засекаем. Я, конечно, не претендую, что первый увидел пожар. Ну, допускаю, что он начался где-то в 15:10, вот так вот. Может, на пару минут раньше. В 3 часа точно ничего еще не было. Как вы видите, сразу набежали дети. Какой-то паренек даже постучал по колесу газели, чтобы сработала сигнализация. Но, увы, газель не на сигнализации. И отсюда видно, что огонь уже вплотную подступил к ней. Пока переставлял камеру, был очень сильный хлопок, и пламя вспыхнуло еще ярче. Очень похоже, что заднее левое колесо у газели лопнуло. Ну вот, наконец-то, информация дошла до водителя газели. Видите, подбежал. И, невзирая на пламя, лезет в кабину. Быстро заводит и отъезжает. Да, бок горит. Над задним колесом горит. Отважный товарищ. Но своя машина дороже. Есть за что рисковать. Сразу выскакивает водитель и пытается снегом затушить. Снег, правда, уже в лед превратился. Ну вот, и ребята, стоящие рядом, помогают. Бросают снежками, кто как может. А, у водителя лопата. Ему легче. Ну и все ребята, видите, участвуют в тушении. Молодцы. Одному, конечно, с такой бедой не справиться. Вот и сразу заметно, что пламя стало меньше на машине. Практически все потушили. Но дым или пар еще идет. Видно, что-то где-то горит. Но машина такая вещь, которая очень быстро сгорает, стоит ей загореться. Там краска, лаки, смазки, все это горючая резина, обработка кузова, днища. Все это пылает за милую душу. И пацаны лезут помогать. И девчонки помогают. Обалдеть. О, вот так вот и пожар видно, и газель. Дым.
Уже плохо видно стало, дым мешает. Резина видно, бензин какой-то, керосин или краска горит в бочках. Не пойму я отсюда, дым очень черный. Да, прошло уже 10 минут. Пожарные не торопятся. Потушили, это колесо горело у машины заднее. А вон, видишь, отогнало. Если не видишь, то встать, вон. Вон, видишь, видишь, стишками туда. Колесо горело. Так, тебе немножко чеку добавить, я тебе. Точно все. Да. Итак, время 15:25. Приехали пожарные. Очень оперативно, очень. Молодцы. Давай, ешь, ешь, ешь. Все, включили бронхойд, молодцы, развернулись очень быстро, буквально 2 минуты и пошло тушение. Молодцы, ребята. Сначала тушат пожар, потом, видно, займутся газелью. Вот, второй пожарный вышел из машины, ходит вокруг газели. Сейчас поставит диагноз и скажет, будут они тушить ее или нет. А тем временем пожар практически затушен. Чуть-чуть он там горит. Да, вот они оставили небольшое пламя.
И двинулись к газели. Значит, там что-то серьезное раскалилось. Видно, около бензобака. Вот, сейчас тушит газель. Обдали весь бок. Ну, вот даже внутри кузова поливают. Вот заглядывает под арку колеса, вставляют туда бронзбойт и днище тоже тушат. Все, с машиной закончили, возвращаются опять к месту возгорания. Там пламя совсем небольшое. Вот, вплотную подходит и тушит его. Все, пламя исчезло. Проливает, видно, место возгорания сейчас. Во, разворошило опять пламя. Что-то ногой отодвинул пожарный. И снова пламя появилось. Все, выключили бронзбойт, время 15:32. Далее идет заполнение бумаг, оформление происшествия, само собой какие-то документы потребуются водителю газели. Это мы можем посмотреть в ускоренном режиме.
Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.